Мы знали про готовимся и проводящие мероприятия. Мы к этому относимся достаточно спокойно. Приветствуем работу, вернее, сказать так, правильно организовываем работу с нашими правоохранительными органами. Профилактику никто не отменял. Дальше это будет решение суда. И мы считаем, что если это, так сказать, обоснованное действие, а это полностью обоснованное действие, и мы действительно, как говорим, об этом знали, и я был полностью проинформирован о точном мероприятии, то мы должны сказать, что мы ведем системную плановую работу, мы об этом говорили, ну, простым языком надо сказать, что мы всех предупреждали. И очень важно, чтобы наши коллеги тоже понимали ответственность, что со словами, которые мы все время в качестве убеждения говорим, наверное, когда-то должны последовать действия. Ну, а дальше уже все определяется судом. Как мы говорим, до решения суда у нас человек не виновен.